Как можно сказать на одну красивую, а на другую получается, что она уродка, что ли? Как у него получилось сварганить такой шедевр из двух яиц? Это трансвестит, что ли? Ебать, у нее голос, охуеть. Ты немного непростая, вот. Вон, болтается что-то, брат. Она мужик, блядь. Это мама, да, я так понимаю, да? Да, мама. Да, вы знаете, мне даже немного стыдно, на самом деле. Это вообще, блядь. Мне самой стыдно за телефон. Привет, друзья! В последнее время я почти перестал снимать пикап-пранки, но так как вы любите эту тему, хочу вам посоветовать классный канал Всеволода Рамзаева. Он знакомится на улице и показывает различные пикап-упражнения, а также у него есть очень много теоретического видео, где он рассказывает, как познакомиться с девушкой, как провести с ней свидание, как с ней общаться, как соблазнить и как построить отношения. Поэтому рекомендую пройти по ссылке в описании, подписаться на канал квалифицированного пикап-тренера и одного из начинающих пикап-блогеров. Привет, жоповцы, как дела? О, приветос, да все нормально, у тебя как? Отлично, слушай, давно не снимали пикап-пранков. Слушай, что делать будем, снимать пойдем? Ну так, я за любой кипиш, кроме голодовки. Все, отлично, путь в бой. Погнали. Погнали. Кладбище тупых подкатов 2. Всем привет, с вами канал Раду Пранк. И сегодня Раду и его верный друг Никита Пучухонзап, то есть я, идем на дело. Сегодня Раду будет подкатывать, а я буду комментировать его подкаты. Поехали. Вот если бы ты была бы тюрьмой, я бы сел бы на пожизненное. А, девушки, а можете меня тоже сфоткать, пожалуйста? Да. Хотя... Что? А можно я скажу на самом деле? А знаешь, чем ты отличаешься? Вот ты чем отличаешься от звезд? Дело в том, что звезды горят ночью, но ты еще и днем. Спасибо. Раду Тудей делает счастливыми девчонок. А, девушка? Да. Скажите, пожалуйста. Да, да. Ваши родители случайно не астронавты? Ой, давайте без звезд вот этих. Так, да, да. Откуда у них такая звездочка? Класс, я даже раньше тебя, блин, предугадал. Он предсказуем. Спасибо. Надо другие вещи придумать. А, ты похож на Google, ведь в тебе я могу найти абсолютно все. Да. Если ты была бы тюрьмой, то я бы сел бы на пожизненное. Хорошо, да? Самому смешно, да? Что за бред я несу, думаешь? Нет, почему? Что еще? Что еще? Знаешь, такое было ощущение, типа, ну, типа, он идет сюда. Он идет. У меня просто уехали родители, а я буду ночевать дома один. Вот, я бы хотел бы пригласить вас к себе, чтобы не так сильно бояться. Вот. А, блин, я прям, вот... Что-то похоже, мне кажется, вот за вами можно быть как за каменной стеной, блин, вот прям. Ой, как смеются, смотри, она уже подумала, горячо у нее между ног стало. Не, на самом деле все любят внимание, правильно, все любят комплименты. А когда симпатичный парень подходит, закидывает комплиментами, приглашает в гости, очень сложно отказать, я думаю. Знаешь, чем отличаешься ты от звезд? От звезд, которые там или которые вот здесь? Которые там. Это трансвестит, что ли? Ебать, у нее голос, охуеть. По-моему, это мужик, бля, хер смотри. Что ты мне подсказываешь, что ты немного непростая? Вон, болтается что-то, бля. Она мужик, бля. Да, ты немного непростая, вот. Блин, я пожелаю тебе хорошего дня. Давай, давай. It's okay to be gay. Хочу сказать, что мое чутье меня не подвело. И он подкатил к трансухе.
Нет, я сразу, ну не сразу, ну, через пару, когда я услышал голос. Ну, она, видно, сделана, у нее нету КДК, у нее нету, у нее нос сделанный. Ну да, видно, что, да. Если ты видишь это видео, то, ну, нужно быть толерантом в наше время, да, так что мы ничего не будем говорить. Так что, если вы хоть раз подкатывали к рандухе... Блять, с матерью. А слабо с матерью, а, брать? Да, я беру тебя на слабо, прямо сейчас. Ты снимай, брат. Это мама, да, я так понимаю, да? Да. Да, вы знаете, у вас вот, если это ваша дочка... Я не дочка. Нет? Нет. Ну, или подруга, да? Знакомая. Знакомая. У вас такая знакомая, она даже чем-то, знаете, вот похожа на Google, потому что в ней все, что я искал и могу найти. Очень прикольно. Хорошо, да? Подождите. Какой молодец, а? Не постеснялся и подошел к мамке. Девушки, извините, что отвлекаю, вы знаете... Да, я вот набрал в Гугле слово «красивое», и Google Maps выдал мне ваше местоположение. Да, и я вот решил подойти вот как бы на то место. Как бы я не ошибился, потому что, ну, как бы ищешь отношения, любовь, чувства. Хорошо. Отлично, да? Да. Оценено, да, было, да? Прекрасно. Отлично. У тебя очень красивая подруга. У тебя очень красивая подруга, и та подруга говорит спасибо. Ебать, как можно сказать на одну красивую, а на другую получается, что она уродка, что ли? Раду, тебе еще самому нужно учиться. Приходи в мою школу, Никита Пучелынзап, я тебя научу по-взрослому подкатывать. Просто хочу сказать, что ты настолько красивая, что если бы ты была бы тюрьмой, то я бы сел бы на пожизненное. Спасибо. Дау! Скажите мне, пожалуйста, ваш отец случайно не повар, я так понимаю, не? Нет. Тогда как у него получилось сварганить такой шедевр из двух яиц? Стоп, подождите, подождите, я не хотел вас... Это не работает. Скажите, пожалуйста, ваш отец случайно не повар? Нет. Тогда как он сделал из такое, такое чудо из двух яиц? Просто. Отличительный же покат? Чего, блядь? Отличительный же покат? Чего, блядь? Отличительный же покат? А? Я чувствую, что твоя подруга вообще не оценила никак. Я проглотил хуй. Это вообще не смешно, мы должны придумать что-то новое. Ну, или ВКонтакте, другие какие-нибудь мемасики смотреть. Ну, что-то новое. Ну да. Мне даже немного стыдно, на самом деле. Это вообще пипец. Мне самое стыдно, честно. Раунд! Чуваки, чуваки, пишите в комментариях нормальные подкаты. Это я озвучиваю то, что вы говорите. Можно вас сфотографировать? Меня? У вас, наверное, будет вопрос, зачем, да, скорее всего. Просто Дед Мороз сказал сфотографировать то, что я хочу на Новый год. Бомбически. Стой, подожди. Замужем, да? Ну ладно. На самом деле мне нужно понравиться твоей подруге. Потому что, когда я уйду, вы будете меня обсуждать. И она тебя спросит, ну что, как тебе, серьезно? А мне он показался, он конченый мудак. Он такой, ну хорошенький, на самом деле. Так что, я хороший? Да. Ладно, давайте запишем твои контакты. 8. 965. 965. Если я несу какую-то херню, вы не обижайтесь. Я просто как бы на приколе, на таком, что-то прикалываюсь, как бы, вот все. Просто настроение хорошее. Может, я чушь какую-то говорю, извиняйте, как бы. Ничего личного, просто прикол. Понимаете, да? Что такое смешно, там, юмор. Типа, ну, не смешно пошутил, тоже такое бывает, да? Нормально, в принципе. Не судите строго и не будете судимы. А, девушка, стоп. А можете остановиться, пожалуйста? А я просто начинающий психолог. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Хотя на такую красоту время не действует. Слушай, ты очень красивая просто. Ты очень красивая, твоя подруга, я твою подругу впечатлил. Вот, осталось только тебя. What? Do you speak English? Чего, она говорит, у тебя маленькие она показала. Ну видел, она так показала тебе. А ты слышал, что она сказала? Да. Что сказала? Она сказала, ты у тебя маленькие. Серьезно? Конечно. Привет, крошка. Может быть, познакомимся? Нет, у тебя слишком маленький. Бля, сука, пиздец. Так, ребят, следующий подкат. Сразу скажу, не обращайте внимания на мои белые зубы. Я родился во второсодержащей среде.
Вы знаете, я сейчас скажу вам комплимент, от которого вы просто сейчас упадете. Смотрите. Если бы вы были тюрьмой, то я бы сел бы на пожизненное. Ну, что такое, нет? А у меня еще есть что-то в запасе. Что вы хотите? Ты очень милая, ты очень красивая. Спасибо. Я хотел как-то привлечь твое внимание и просто с тобой пообщаться, на самом деле. Только гопница этот комплимент бы оценила. Стопудово. А, девушки, можно буквально минуту внимания? Да. Твои родители изначально не космонавты? Нет, не знаю. А откуда у них такая звездочка? Отлично. Не впечатлило, спасибо. На самом деле мы сейчас снимаем видео. Ах, вот оно. Вот оно в чем, да. Но я на самом деле жалею, потому что обычно, когда я снимаю видео, я не встречаюсь с девушками, к которым я там подхожу. Вот. У нас сегодня такая рубрика, называется «Знакомство с девушкой» при помощи каких-то очень глупых подкатов. Вот так. Вот. Обычно я такое не говорю. Но ты очень милая. Ладненько, хорошего вечера тогда. Ну подожди ты, подожди. И я просто не хочу тебя отпускать, поэтому я бы не стал тебе об этом всем говорить. Ты милая, я хотел бы, блин, с тобой пообщаться как-то. Как ты на это смотришь? У тебя же есть время, дай, отбей, дай. Есть у меня. Есть свободное время. Тебе скажи, интересно было бы там сидеть, пообщаться за чайком? Пойдем, я тебя познакомлю с своим другом. Вот видишь, вот там камера. Вот. Вот. Он спалил нас специально. Ребят, большое спасибо за просмотр. Исходя из комментариев первого выпуска, мы сделали вывод, что данная рубрика большинству из вас очень понравилось. И если вы хотите, чтобы она продолжалась, то пишите ваши варианты подкатов, и самые оригинальные попадут в следующий выпуск. А также хочу сообщить, что у нас есть второй канал, который называется Раду Пикап Пранк. На нем мы выкладываем ролики без монтажа, так как на основной канал мы не можем выкладывать ролики полных знакомств, потому что они бывают слишком длинными. А также там будут выходить мотивационные ролики про мужское развитие и построение отношений с девушками. Ссылочка на этот канал в описании. Кстати, там сейчас вышел ролик полного подхода из этого видео. Все, друзья, с вами был Раду. Желаю вам успехов, удачи, любите девушек. Пока.